Во-первых, я бы хотел остановиться на роли СМИ, правильно? Я вот всегда говорю, что СМИ – это четвертая неофициальная власть в стране. Почему? Потому что есть же поговорка, кто владеет информацией, да, тот владеет ситуацией. На сегодняшний день у нас в стране СМИ играет одну из ключевых ролей. Почему? Потому что информация, она своего рода продукт, в который нуждаются все, особенно наше общество, наше население. Я часто смотрю рейтинги международных организаций, региональных организаций, какой уровень свободы слова в Кыргызстане. Ну, у нас колеблется по различным критериям, достаточно высоком уровне. Это и в рамках СНГ, и в рамках нашего региона. Ну, можно сказать так, сравнительно с другими странами, да, с соседними странами, у нас ситуация со свободой слова, она как бы относительно стабильная, но последние ситуации, которые вот происходят именно в судебных решениях, да, какие решения принимаются в отношении представителей средств массовой информации, это уже как бы, это уже как сигнал. В целом положение СМИ, я думаю, достаточно, потому что у нас очень много и периодических изданий, у нас очень много новостных сайтов. В любом случае, каждый свой рабочий день начинаешь с чего? Открываешь оперу, и все сайты, все наши издания просматриваешь хотя бы анонсом пока, чтобы знать, где, что и как. Действительно, в этой части надо поблагодарить СМИ, потому что мы в основном из средств массовой информации черпаем самую новейшую информацию и самые новейшие сведения обо всем, что происходит в Кыргызстане. Так что, ну, практически запретных тем нет, и все темы вот высвечиваются там. Ваша работа, она тяжелая, поэтому я желаю вам здоровья, мира в вашем доме, чтобы утром, уходя на работу, всегда вы вечером возвращались домой, к своим близким, к своим детям. Профессиональной удачи вам, успехов и, как говорят, чтобы перо ваше, оно всегда писало при этом правду. Хотелось бы пожелать нашим журналистам, в первую очередь, это профессионализма в их деятельности и плодотворного труда, побольше качественных, сбалансированных и достоверных материалов. Я хочу искренне поздравить всех журналистов, всех представителей средств массовой информации с предстоящим праздником, пожелать им крепкого здоровья, по-моему, это особо важно представителям средств массовой информации, терпения, мудрости, объективности. Я бы хотела поздравить всех представителей средств массовой информации, радио, телевидения. Это большой профессиональный праздник. И хотелось бы пожелать не только вот такой четкости в работе СМИ, да, но и всем, кто работает в этой сфере, здоровья, счастья, семейного благополучия. Худай бюрса, очень такого благополучия, которое мы, политики, постараемся обеспечить, поскольку наступает эра экономического развития Кыргызстана, то, на что мы сейчас будем направлять в основном свои усилия. Все, рахмат.